Тем временем некоторые дороги Новосибирской области уже признаны самыми худшими в России. Такими данными поделился сервис headhunter.ru. Недавно на портале проводили опрос, в котором приняли участие больше 4000 человек. Местные жители оценили магистрали региона всего лишь в 2,3 балла из 5 возможных. Это самый низкий результат. По мнению новосибирцев, за последние годы качество дорог стало в разы хуже. Выше по списку идут Иркутская и Ярославская области. Самыми довольными оказались жители Крыма, Тюмени, Татарстана, Пермского края и Тульской области. Примечательно, что высокие оценки ставили представители таких профессиональных сфер, как наука, образование, искусство и автомобильный бизнес. А вот самыми недовольными были госслужащие.